Вон там выкатывает нашу машину далеко. Я не знаю, правильно или нет, я снимаю. Вон он куда. Это самосвал выкатывает. Вот он поворачивает. Я тут посчитал идеи. Это рядом кусты. Это наша Лена вывозит машину. Давай, вот она. Давай. Вот она машина наша пошла. Все, не успел. Впереди едет как раз Терентьев. Так, сейчас Лена пойдет на обгон, и мы покажем его. Он за нами сейчас идет. Освободили, Господь освободил. Вот Лена Анатольевна. У нас сегодня какое? 12-е. Наверное, 12-е, да? 12-е августа 2022 года. Это мы из районного центра Мамонта Алтайского края едем. Машину вручали. Сегодня 12 августа. Ездили выручать барабаша. Самосвал сделал. Ну и вот свернули с дороги, это с трассы. По трассе-то несутся машины. Вот они. Ну а что ты? Ты с ним сядешь? А? С ним поедешь, нет? Не он куда? Это не он. Да он, как не он? Он. Вот он сворачивает. Интервью у него взять. Ну, садись с ним и возьмёшь. Ну, да ты спроси, а меня, я буду спрашивать. А подойди, я трясусь. А ты в кабину с ним садись, проедешь. Побеседуй. Выйди, интервью дай. Как машину-то? Что? Машина-то была не разобранная? Нет, все нормально. Нормально, да? Да, все. Ну, какое у тебя чувство? Чувство радости. Слава Господу. А с какой скоростью ты сейчас ехал? 75. 75. Ну и ждали-то мы недолго. Мы тоже только вот недавно остановились. Ну, во славу Божию. Слава Христу. Спасибо, Христос. Давайте с Богом.
Давай скорее садимся, чтобы его не... Вот он подъезжает. Терентьев. Вот мы по Теряевке. Сейчас Лена подойдет, прокомментирует все. Это машина их дома. А эти иуды-то, которые все доказывают, они не имеют этой радости. А мы всегда радуемся. А им нет радости? Коварствующим. Вот Игорев дом. Вот она, Елена Анатольевна. Сейчас подойдет. Батюшкин дом. Там тоже что-то, какая-то техника. У меня руки дрожат. Я ложку держать уже не могу. Это работа. Целыми днями с лопатой землю. Туда солнышко светит, и поэтому тут ничего не разберешь сейчас. Видишь как? Международная связь. Вот я ее жду, Елена Анатольевна, она сейчас будет заезжать. Там дорога засяли. Когда подошел Терентьев и вытащил, не вытащил, а ну, разогнал как-то. Передний, оказывается, не тянет у них, а только на одном заднем. То, кто у нас тут есть-то, а? Ну-ка, кто тут сидит, ждет нас? Сара Марковна, а, как хорошо. Прекрасно. Это Игорева техника. А эти, которые злодействуют, подсиживают, у них ничего нету. А Господь хранит своих избранных. Сколько добра, сколько новых людей узнали, познакомили. Так, давай-ка интервью. Рассказывай, что случилось, как получили машину. Что для этого надо было сделать? Ой. Ну, Игнатий Тихонович с батюшкой поехали к следователю. Следователь допросила Игнатия как подозреваемого уже. И там был адвокат государственный. И сказали, что возможно, что примирение с администрацией, если... Сходим, договоримся. Батюшка сходил, и вроде бы администрация идет на примирение. Скорее всего, суда не будет. Ну а если будет, то будет еще штраф. Кроме того, что мы погасили ущерб 24 800, и будет еще тогда штраф. Но надеемся, что ничего этого не будет. Ну и так мы... Сколько бы это заплатили-то? 24 847. И госпошлина, ну, за пересылку 700 с чем-то. В общем, 25-600 получилось. 25-600. Ну, слава богу. Что-то мы застряли маленько, да, да, дорогой-то? Да, застряли маленько. Ну, сами вылезли. Спаси Христос.
Игорь Александрович. Где мы были, так там я насчитал 32 единицы. Есть даже мотоблок, мотоцикл и телега одна. А она знает, что телега, что-то с мертвым связано. Орудие преступления? Да, это которое как орудие преступления. Ну все, доехали благополучно и довольны все. Мне адвоката дали одного, а могут договориться с администрацией на мировую, и не будет суда никакого. Ну я сегодня прошел везде, что хотел, сделал. Там нашел все начальство, отблагодарил. Слава Богу. Все, с Богом пошел. Спаси, Христос.